in a small house on a hill. Isaac kept to himself. Так. Из комнаты из Judas Mod'а. Окей. Окей. То есть это мод, который просто... Который просто Айзек с добавлением команд, да? Я надеюсь. Да, тут вообще все точно такое же, но здесь очень много новых комнат, я так понимаю, да? Выглядит многообещающим. Мобы какие-то. Что вы делаете? Что они делают? Подожди, ты что делаешь? Он, короче, дебил, он стрелять не умеет, я понял. Розовые пауки. Нифига себе. Вот так новости. Это лучше, чем иметь отсутствие пробела. Пошли в проклятую зайдем. А Каин всегда такой быстрый был со старта? Или я просто так давно за него не играл? Привет, Кил. Это обычная комната. Да, он обычно такой, да? Ладно. Воу-воу-воу, это кто такие? Это, короче, те же мухи, только они могут быть чемпионами, да? Больше я ничего не заметил. Так, там синее сердце надо было забрать. Но вот этот мод не затрагивает атмосферу, не затрагивает какие-то там игровые особенности. Он просто добавляет комнаты. Вот такой подход мне нравится. Найду с обычным Айзеком просто какие-то фишечки, особенности добавляются. Ладно, я дам этому моду еще один шанс. Давайте предположим, что мне очень сильно повезло сейчас. Очень сильно повезло. Вот прям очень-очень сильно повезло, что здесь должны быть рандомные тринки. И... да. Но после предыдущих модов, мне кажется, что это какое-то фиксированное. Что они просто не случайно там появились. Почему не рак? Потому что...
L. My bad. Это что за фигня? Диагональные шипы. А еще они не исчезают. По идее должны. Годхед, метка. Хорошо. Я в золотой еще не был. Зайдем вот сюда. Потом в золотую. Одни ключи падают, а бомбы что-то вообще. Ё-моё, вы что такие быстрые? Если они двигаются с моей скоростью, то ладно. Но если они всегда такие быстрые, то это что-то как-то не очень. Второй предмет для Конжоната. What the fuck? Что с этими шипами было сейчас? Ну, после перезахода они исчезают. А еще они не складываются почему-то, эти шипы. После прохождения комнаты. Я уже второй раз попадаюсь на это. Я уже привык, что они как бы проходишь комнату, они сразу же так чик, складываются. Становятся безопасными. Ладно, пошли дальше. Эти подски не дерутся, а толкаются. То есть у них нет контактного урона. У них есть только... скорость. Ну ладно. Так, здесь вместо трех паучков поставили одного, который рандомными слезами бьет всю комнату, да? Еще и бримом. Ну ладно. Еще он толстый. Ну, для такого размера оно и понятно. Пока что это просто обычный Айзек с некоторыми новыми комнатами. В принципе, меня это устраивает. Я бы поиграл на этом моде подольше, чтобы посмотреть на остальные комнаты. Ё-моё, это что за говно? Офигеть. Еще лучше. Это рачок.
What the fuck is this? В обычной ситуации копия тринки не может выпасть, пока не выпадут все тринкеты из Айзека. Я подозреваю, что я уже встретил все возможные тринки в игре. Если они выпилили специально все остальные тринки игры, чтобы встречались только полезные, это отстойно. Либо они просто сделали, чтобы они были такими рандомными, даже независимо от того, встречал я их или нет. Ну ладно, посмотрим в следующий раз. Дымышап. Да, это будет на ютубе. У нас моды популярные, так что... На ютубе только обрадуются. Зеленым тиктоком. И прочие ереси. Сразу же говорю, комната грязная, у нее паутина на стенах. Если я взорву костер, ой, ковер. Окей. Да, если я там ковер взорву, то ничего не произойдет. Там будет пропуск этажа. Максимум 480, потому что вот почему. Подожди, а где она? Я только сейчас заметил, что ее нету, потому что на комп собираю, потому что комп вздыхает. Еще пару месяцев я даже такой стрим не смогу проводить. Ком просто умирает. Я не могу уже стримить 720. Просто не в состоянии. У меня лагает. А чё я в прокляту не зашел? Перегревается. Что за наивность думать, что работоспособность компьютера полностью зависит от температуры. Если тебя посадить в прохладную комнату и сказать подними тонну, ты же ее не поднимешь. Потому что ты не сможешь ее поднять, независимо от того, что вокруг творится. Характеристики моего ПК можно увидеть под стримом. Некоторые вообще удивляются, как я могу вообще стримить.
Так, мне надо красное сердце найти. Если с полным на дьявола зайду, ой, в смысле, если с пустым, то там будут предметы за черные сердца. Блин, за синие. Что-то я все перепутал. Ой. Плюхнулся. От костер. Ну, это хотя бы полезный пробел. Короче, сбейте. Я возьму. Почему бы и нет? Ого, как все близко. Прям в одном месте. Фигня. Окей. А ты что такой белый? Ты что-то особенное делаешь? Да вроде нет. А, он дважды бьет, блин. Только толку в этом нет. Пошли-ка вернемся за дураком, который там остался в начале. Не думаю, что я так жажду босс-раш проходить обычным способом. Мне это как-то не надо. Ну, если он будет изменен, то я посмотрю, конечно. Так, эта комната должна умереть так. Коробочку возьми, даст урона. Ну, да, на самом деле. Можно. Плюс 2 урона, почему бы и нет. Я и забыл, что у меня рок. Ощущение, что он не прибавился. Я не чувствую, что у меня плюс 2 урона сделалось. The fool. The hanged man.
Не, чтобы сою без сои сделать, это надо, во-первых, кап по терсапу, во-вторых, рак с коробкой, в-третьих, тебе нужна еще чистота синий, синим свечением. Вот тогда будет соя без сои. Во всех остальных случаях... Так, фигня. У меня ни одного терсапа не было, поэтому рак мне сейчас абсолютно не зайдет. Он заходит только в том случае, когда у тебя уже кап терсапа есть. А это полтора. Кстати, на Инкуба не распространяется скорость слез. У него всегда фиксированная. Какие бы медленные или быстрые у меня не были, у него они всегда одни одной скорости будут летать. Это хорошо. Нет, слез-стрика на Ютубе только через пару недель будет. Че, ключ не подобрал? Блин, из-за того, что у меня пробой, я врагов не отталкиваю. Комната прошлась, даже если вот этот парень в воздухе завис. Обычно, если он зависает в воздухе, то... Пока он не исчезнет, комната не будет считаться пройденной. Либо это в моде сделали, либо я в автоберсе еще не встречал такое. В чем я сомневаюсь. Может, если какой-то. У меня как будто козлик. На каждом этаже сделки. Комнаты все старые, ну на этом этаже две новых комнаты было. Их же и без того много. Это просто как бы увеличивание разнообразия. Разных деталей. Мне кажется, моды такими и должны быть. Готмод по сравнению с этим модом выглядит как будто, знаете, вот просто в лицо тебе срут этими текстурами и говорят: на, смотри на наш мод, это я сделал сам. Здесь спокойно, иногда появляются новые комнаты, интересно смотреть на них.
тут у нас фигня. Тут у нас демешап. Мне 4 сердца осталось. Ну ладно. Окей, окей. Принимается. Что-то они не долетают даже. Дальности мало. Аккумулятор возьми, зачем? Он мне не нужен. Абсолютно. Вроде Полифемус взял, а дамага какая-то низкая на хаше. Это особенность хаши. Толстый, блин, как хаш. Что-то все как-то плохо. Зря я на хаша пошел. Могу сейчас слиться спокойно. Секунду. Фак. Один хп. Итнай, спасибо большое за 100 рублей. Я тебе покушать принес. Ложись. Ой, я еще жив. Я почему-то еще жив, у меня еще один такой оставался. Окей, я выжил. А, у меня там довольно много еще хп оказывается. Я почему-то думал, что у меня 4 осталось. Видимо, нет. У меня было 5.5.
Так, у меня там автомат остался, да? Что-то далеко меня запальнуло. Джокер. Джокер. Полетик. У меня рак есть? Точно, у меня рак был. Да-да-да, в самом начале я его подбирал. Это он меня спас, действительно. То есть я первое сердце потратил, потом я еще дважды задамажился и... трижды задамажился. И удивился еще потом, почему я не слился. Да-да-да, а по факту у меня после первого получения урона сработала вафля от рака, и потом я просто полтора вместо трех получил. Все верно. А я и забыл, что у меня вафля была. Рак, в смысле. Он меня спас буквально. Ну да, на Хаша с такой, с таким количеством хп лучше не ходить вообще. Он такой толстый, что рано или поздно заденет. Чем здесь шипы? Чтоб сложнее было уворачиваться. Чей-то нету. Что за какашки здесь?
Они на удивление очень сильно мешаются. Я привык, что эта комната пустая, и как бы всегда здесь есть куда отойти. А тут, блин, говно. Ну что ж, GG.